Один из первых проектов Waves, который создан полностью на технологии блокчейн, объявил о переходе на систему Marketplace торговых алгоритмов TradingChain. Смарт-контракты от платформы TradingChain будут регулировать отношения между разработчиками и инвесторами на протяжении всего инвестиционного периода. Они зафиксируют выбранный покупателем алгоритм, условия его отключения, размер инвестиций и принятую оплату, а также позволят держателям токенов TNG и создателям алгоритмов договариваться о гонорарах и других финансовых сделках в процессе аукциона. Новый проект, который начнет работу в мае, сможет реализовать еще одну уникальную функцию – аукцион торговых алгоритмов.